Есть тысячи способов провести свой досуг. Но из всех них вы выбрали самый правильный. Это канал Максимадзе. Здравствуйте! Мы сегодня играем в игру под названием Angry Neighbor. Месть она сладка. Короче, это клон. Клон на игру «Как достать соседа». И, кстати, Angry Neighbor... Есть такая, есть еще одна игра с точно таким же названием Angry Neighbor, которая является клоном игры Hello Neighbor. Может быть, мы на нее как-нибудь с вами взглянем тоже. Короче, где-то я вроде бы слышал, что это та же самый первый клон, как достать соседа на Android. То есть альтернатива для Android, так сказать. То есть она вышла раньше, чем Neighbors from Hell и обычный на Android. Извините. Это, короче, я на Nox играю, на эмуляторе Nox. Это андроидовская игрушка. Что у нас тут по кнопкам играть? Помощь, настройки, выход. Сюжет. YouTube оценить. YouTube. Что у них там на YouTube? Этот канал заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе не в отношении спама, обмана, введения пользователей в заблуждение. Класс. Оценить. Ну, это понятное дело, на страницу в Play Market у нас выводят. Последнее обновление 27 июня 2017 года. Это говорит нам о том, что на игру полностью забили. Называется оригинальное название игры Bowser Nachbar. Это немецкая вообще игра. Но она есть, можно выбрать язык, английский, русский, немецкий. Ну, другие игры, что у нас тут? Результатов не найдено. Тоже класс. Ничего не могу сказать. Сюжет. Ох, ё-моё, какой шрифт. Немного странный. Я, кстати, первый раз вообще игру запускаю. Ничего тут не видел. На Ютубе видел чуть-чуть прохождение. А так сам я первый раз вообще запускаю. Туни купил себе новый дом. Туни. Вот, ну и имя, блин. Ну и имя, блин, конечно. Купил себе новый дом в тихом районе городка, чтобы избежать городского шума и суеты. Но его наслаждение длилось недолго. Рядом поселился новый сосед, который в своем доме был просто невыносимый. Он ругался буквально со всеми соседями, включал музыку невыносимо громко. Мусор выкидывал мусор через окно во двор Туни, чуть что не спускал свою собаку на людей. Соседи не могли смириться с таким поведением нового соседа и вызвали полицию. Но когда те приехали, увидели мистера... И увидели мистера Энгриса. Ну и фамилия, блин. То просто поздоровались, отдали честь и уехали. Ну охренеть просто. Туни понял, что это сам начальник полицейского участка. А вот оно в чем дело! Вот в чем секрет, блин. Недолго думая, Туни взял это дело в свои руки и начал мстить соседу, не давая ему ни минуты спокойной жизни, дабы выжить его из их квартала. Хорошо, давайте будем пробовать. Так, появляется, это, видимо, курсоры, появляются при активном... При клике на активный предмет. Появляется при клике на шкаф или дверь. Появляется при применении объекта на бытовом предмете. И появляется при клике на пол. Настройки. Выбрать язык. Английский, русский, немецкий. Выключить музыку. Выключить звук. Или наоборот. Ну и выйти из игры. Поехали. Всего 5 уровней. Насколько я понял. Обучающий уровень, где вас проведут по основным игровым механикам. Дальше ничего не листается, я пробовал. Уровни я не запускал, просто менюшку смотрел. Так, ну хорошо, давайте попробуем. Дважды нажмите, чтобы Туни пошел в это место. Да, вот такими. Короче, выглядит это все вот так вот. Графика какая-то совсем мультяшная. Это, знаете, не очень-то мне и нравится. Так, это, короче, открывает и закрывает инвентарь.
Нажмите по предмету. Нажми еще раз для выбора. Теперь нажми дважды по предмету, чтобы совершить шутку. Это вот сюда плывет. Ну, я нажимаю по предмету. Ага, хорошо. Понятно. Нажмите дважды, чтобы покинуть дом соседа. Куда нажмите дважды? А куда стрелка-то вообще показывает? А, вниз. На эту дверь. Хорошо, понял. Я тут ролик сейчас записываю. Так что не отвлекай. Бонусные подсказки плюс 0. Рейтинг 100%. Золотая медаль, бла-бла-бла. Следующий уровень, поехали. Так. И сразу же третий даже открылся. Мистер Энгрис. Очень сильно устал на работе, но сегодня правый выходной день. Суббота, он отдыхает дома и наслаждается выходным днем. Что у нас дальше? Сидя в кресле, он подтягивает пивко под громкую музыку. Когда пиво заканчивается, он идет на кухню за новой бутылкой. Сможет ли Туни подобрать момент для пары отличных шуток над своим соседом? Посмотрим, да. Одна пакость всего, я что-то смотрю. Что у нас в инвентаре? Инвентарь пока пустой. Сосед достал всех. Но полицейским пофигу, потому что сосед у нас начальник полиции, блин. Очень необычно. Это взять нельзя. А что нам взять тогда надо? Так давайте заглянем. Может, аптечку надо обыскать? Что он там? Ага, понял. Давай, бери. Есть ли что-то? Да нету. А где надо взять тогда? А это у нас что? Помочь мне? А, подсказки магазина, это что такое? Ёп! Моё, а? Я ненавижу рекламу, ненавижу. Тоже мне магазин, блин. Странный. Надо было написать на кнопке «Посмотреть рекламу», а не «Магазин». Но это нелогично же совсем. А, это, я так понимаю, это спрятаться, как это будет выглядеть? Ага, хорошо. Я так понимаю, внизу нифига мы не найдем полезного. Ладно, пущай толстожопа пойдет туда, мы посмотрим, что здесь. Ну что ты встал-то? Иди давай. Ой-ой, бежим. Чего ты встал, дурень, блин? Ну, короче, тупо тормозит. Да что ты встал? Иди. Это у нас что? Опять нет. А что сделать-то надо? Это? О, пошло что-то. А, беги. Что ты встал-то? Иди давай отсюда быстрее. Я так понимаю, надо только это банановую кожуру положить и вроде все. Это он типа пиво. А, это пивко, понятно. Ну я делаю пакость, давай. Прячемся в шкаф и смотрим на это говно. Ну да. Прикольно, да. Блин, реклама, иди нафиг просто. Что-то слишком просто как-то это было. В тот же день мистер Энгрис продолжает пытаться отдохнуть и забрать последние неприятности. И забыть последние неприятности. Он сидит в кресле, пьет пиво и думает о жизни. После каждой второй бутылки пива он идет в туалет. Оттуда обратно на кухню за пивом. На этот раз уже две пакости и появилось ограничение по времени. Хорошо.
Тон-дон! Может, в этот раз что-нибудь в аптечке найдется? Че ты встал? Иди давай. Вот. Что-то уже пошло. Это что вообще такое? Кстати, слабительное. Хорошо, слабительное, так слабительное. Я так понимаю, надо его добавить в пиво. И нам не стоит сейчас. Так, погодите, а бумагу взять нельзя? Бумага не берется случайно? Я так понимаю, нет. Что-то она не наводится. О, а, так вот как время идет, понятно. Такие вот часы странные. Я что-то опасаюсь пока идти на кухню. Ёп! Беги, беги! Чего встал, блин? Вот сюда быстро. Сделал, блин. Ничего нету. А в холодильнике? Нет. А куда эта дверь вообще ведет? А, это вниз. Так, он куда пойдет? На кухню или сюда? На кухню, зараза, пойдет. Ну что ты встал? Давай, иди быстрее. Фиг, какого фига так медленно-то, блин? И что с этим делать? Не понимаю я что-то. Где взять предметы для пакости, где чё? Здесь тоже ничего не взять, ничего нельзя. Ну давай, иди наверх. Ну, когда он в туалет тоже пойдет. Может, это микроволновку что-то сделать? Нет. Так а что делать-то, я что-то не понимаю. Что взять-то надо? Ну ты куда идешь-то, дебил, блин? Я сюда тебя посылаю вообще-то. Я не понимаю, что надо делать. Какой предмет надо вообще взять? Мне тоже что-то непонятно. Ну вот и все. Мы сдохли. Я не знаю, что надо следующий делать. Следующий уровень давай. А, нельзя следующий пока. Ну ладно. Давайте посмотрим, может что-то можно взять, но я не знаю что. Нигде нету этого. Минутку, это можно взять или нет? Нет, нельзя. С этим тоже ничего не делается. Магазин. Выключим звук хотя бы. Вилку из тумбочки на кухне можно положить в микроволновку. Спасибо огромнейшее, блин. Без вас я бы не справился. Нафиг. Не, ну это правда. Тумбочку открывай, тумбочку, что ты встал? Ой, он сюда идет, наверное. А, нет, иди наверх. Сюда, 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 сюда. Ух, спасибо. Без этой подсказки я бы не справился. Не справился бы, серьезно. Беги в шкаф скорее.
шкаф, я говорю, иди. Вот. У меня есть еще одна подсказка, которую мы, наверное, в следующий раз используем. О, смотрите, там даже внутри проделана лестница. И там даже видно, что там еще есть этажи сверху, типа. Следующий уровень еще сложнее, наверное, будет. Да, прямо в шортах садиться на туалет. Серебро, блин. А здесь вообще ни на какую, ну ладно. Что у нас следующий уровень? Покупка Энгриса. Это обучение Виеста на выходных, очередная попытка расслабиться, блин. Сегодня воскресенье, после вчерашнего неудавшегося дня, мистер Энгрис не унывает и решил порадовать себя тем, что купил себе новый телевизор. Сидит в кресле, пьет шампанское, периодически выбираясь на кухню с новой бутылкой. Опять пиво. Че, одно и то же постоянно, что ли, будет? Ну хорошо, давайте проверим. Открываем инвентарь, почему он закрытый постоянно. О, наконец-то можно что-то тут взять. Гвозди. Смотрим аптечку. Может быть, там что-то полезное. Нет. Телевизор-то и в предыдущих сериях этот же был. Чё ты встал? Иди. Гвозди лучше не бросать их где попало. Неужели это на пол куда-то надо положить? Нифига себе, у меня что, минуты всего что ли есть? Да вы чё, гоните что ли? Ну ничего, нифига себе облом. А как мне их? А как мне теперь их? А как отменить действие? Я как теперь открою шкафы? А как отменить? Ладно. Проверим шкафы, тумбочки. Ничего нету. Холодильнике. Есть что-то. Только вот я теперь убежать-то не успею. А нет, успею. Холодильник-то я вроде нифига не взял предметы какие-то. А, это я пока сделал. Хорошо. Это пакость была, ладно. Может быть, на кресло гвозди надо положить. Так, ну мы поняли же, что на это... Нифига нету. Ну, давай, иди, дурачок, блин. Ну, логично, наверное. Куда? Ну, дебил! Как, куда ж ты пошел, дебил? Ладно, я не пойду уже наверх. Он сейчас придет уже туда. И куда мне теперь идти? Так, мне, наверное, что-то так же надо сделать будет с... Может быть, с телевизором или с другим предметом. Блин, а время-то уже... Вот, переигрываем.
Время-то уже кончилось. Ай, какое говно, быстрее беги! Чё ты встал как идиот нафиг? Беги! Иди давай, чего встал? Беги, беги! Беги, не стой, беги! Дальше вот что еще можно сделать? Давайте попробуем, посмотрим. Неплохая идея скрутить антенну. Окей. Окей. Что это такое было, блин? Ладно, пусть сходит туда и вернется, и я антенну скручу. Антенна это вот здесь прям стоит. Иди наверх, чего ты не идешь? А-а-а-а. Ну что ты? Беги, беги. Да ты дурак, что ли? Да ты что гонишь, что ли, вообще? А. Ну, уровень завершился до того, как нас поймали, так что следующий. Короче, ляп. Тут ляп был виден, что две кнопки имеют одно и то же название. И последний уровень у нас остался. Обзвон друзей. Воскресенье продолжается, мистер Энгрис починил телевизор и продолжает радоваться своей покупке. Периодически он встает с кресла, идет в коридор, звонит друзьям и хвастается покупкой. Хорошо. Возможно, нам придется закупиться подсказки потом. Зайдем в ванную. Может быть, в аптечке что-то найдется. Не, нифига. Увы, нифига. Может быть, телевизор надо снова подкрутить? Не, ничего. Так, я так понимаю, он пойдет вниз. И мы с телефоном что-то, наверное, можем сделать. Да, можем. Что-то тут есть. А, это... Нет, мы ножницы взяли. Банан. И здесь что-то еще. Отлично, три предмета для пакости. Во-первых, банан. Во-вторых, это что, яйцо? В микроволновку надо было, наверное, яйцо засунуть. Это... А, это провод может перерезать. Блин, надо было... Попробуем, короче, микроволновку его засунуть. Я не подумал сразу это сделать. Ладно, ничего страшного. Давайте заново. Я думаю, мне кажется, мы не успеем уже. Здесь ничего. Здесь нету ничего. Беги. Надо было, наверное, сразу перерезать. Ну ладно. Куда ты пошел, дурак, блин? Я тебя туда не посылал. Ну иди давай, чего стоишь? Дурень.
Давай, иди быстрее. Мне кажется, это надо сюда. Точно, я угадал. Ого. В этот раз мы справились без подсказок. Это большая удача. Так, ну и все, уровни закончились. Вот такая вот у нас была игрушка сегодня. Наверное, ну не знаю, я бы ей минус все-таки поставил. Мне не понравилось, фигня какая-то, если честно. Ладно, на этом все, с вас лайкос подписался, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал. Я думаю, что там уже скоро будет стрим. Уже совсем скоро, может даже на этой неделе. И на группу ВКонтакте тоже вступайте. Всем пока. Как это выглядит?